по меньшей мере 6 человек погибли в результате стрельбы на юго-западе Великобритании. Несколько раненых госпитализированы. Инцидент произошел в четверг вечером в городе Плимут в графстве Девон. По некоторой информации, среди жертв есть ребенок. Детали произошедшего неизвестны. В полиции сообщили, что сам стрелок мертв, а нападение, скорее всего, не связано с терроризмом.